Моя третья попытка рыбалка на Телегульском лимане в этом сезоне. Вот вышел на воду, рыбаков маловато, лодок вместе со мной. Раз, два, три там где-то под Николаевским берегом. Я четыре. Сегодня пятница, дай бог памяти какого, 9 августа. Рыбаков один раз что-то так вот дюбнуло, забросил креветку. Ну, что-то пока никак. Ну, чуть попозже отойду подальше. Сейчас сделаем панорамный обзор. Ну, вот так вот вода. Лодок нету, машин нету. Моя машина одна. Остальные проезжали мимо дальше. Может быть, где-то бычок туда спустился ближе к морю. Но никого нет. Хотя вот человек, который там ловит, говорит, что есть бычок. Сейчас попробуем кальмара. Попробуем сейчас на кальмара. Ну, так как я сегодня без снаряжения, к съемке не готовился, снимаю на смартфон. Извините, буду так вот урывками. Итак, время у нас 7 часов 14 минут. Ну, как вам сказать, чтобы совсем не клевало, не могу сказать. Ну, вот за все это время 7 небольших бычков. Поэтому лодок нет. Видно, давно уже здесь клюва нет. Машины проезжали туда, в сторону Пшенянова. Здесь мало. Раз, два, три, четыре, я пятый. Обычно, когда есть клёв, бычок, о, что-то такое. Пару раз клюнула на кальмара. Сейчас вот морочит голову на креветку. Мелкая. Ну, подождем. Это, конечно, не прошлогодняя рыбалка. В прошлом году только успеваю забрасывать и вытаскивать. Это ж каждые полчаса ведро. Каждые полчаса ведро. Вот это была рыбалка. А сейчас не знаю, что повлияло. Канал или другие какие-то экологические катаклизмы. Но бычка мало. В некоторых местах вообще его нет. Так что вот несколько лодок под берегом стоит. Может быть, он ближе к берегу подошел. Сейчас посмотрим, попробуем вернуться. 10 часов, ну, без одной минуты. Свои 4 часа я честно отработал. Вот слева от меня, там где-то в районе дачи детской киностудии, лодки кучкуются. Видно, там у них новая точка рыбалки. Ну, а так вот здесь вот, вдоль берега, от Марьяновки до Кордона, лодки стоят. Каждый ищет своего рыбацкого счастья. Кто-то уже спит в лодке, потому что клев, в принципе, его и не было как такового особенного. Но что-то клевало. Вот. Кто-то ждет новой волны поклевки. Ну, я что-то тут, что-то такое вот на радость жене, что-то я поймал. Нельзя сказать, что рыбалка была очень удачная, но нельзя сказать, что рыбалка была никакая. Все-таки что-то ловится по сравнению с началом лета, что-то ловится. Так что будем ждать улучшение.
в этом вопросе. Я думаю, что мы еще сможем заснять подводные кадры, подводный клев, так как бычок подошел ближе к берегу и уже где-то на глубине. Сейчас мы ловим 8-9 метров, значит, а лодки стоят даже и ближе, где-то 6-7, а на глубине 6-7 камера у меня уже снимает. Уже видно что-то. Поэтому попробуем следующую рыбалку поснимать, как есть там бычок, нет бычка, как клюет. Ну а пока погребем к берегу. Все, до следующей рыбалки.